Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Калмогорова Дарья, я гид по Москве, и сегодня мы нашу прогулку начинаем на Трубной площади. Когда-то за моей спиной были мощные стены Белого города, которые оберегали наш град от неприятелей. А в этой стене было отверстие, которое называлось Трубой, и по ней протекала древняя река Неглинная. Но времена меняются, вместо Белого города у нас теперь Бульварное кольцо, а вместо реки Неглинной у нас целая одноименная улица, по которой мы сегодня с вами и пройдемся. И первая достопримечательность, которую нельзя обойти вниманием, это вот это прекрасное здание мятного цвета с большим окном на центральном фасаде и с обилием лепнины. Вы можете прочитать, что это школа современной пьесы, но на самом деле это бывший ресторан «Эрмитаж». Да, да, именно здесь был придуман такой любимый и всеми знакомый салат оливье. И знаете, я очень люблю вспоминать, что это блюдо появилось благодаря любви, но не мужчине к женщине, а мужчин к табаку. Да, здесь был такой небольшой киоск, где продавался этот интересный продукт, и за этим делом познакомились два важных человека. Это купец Яков Пегов и повар, французский повар Люсьен Оливье. И в процессе дружбы, знакомства выясняется, что у купца Якова Пегова есть деньги, а у Люсьена Оливье, у повара, есть талант. Так почему же им не создать общее полезное дело для себя и для города? И они открывают ресторан «Эрмитаж». В 1864 году растает шикарное здание в стиле эклектики по проекту Михаила Чичагова. И именно здесь открывается ресторан «Эрмитаж». Конечно же, Люсьен Оливье очень хотел удивить своих гостей и придумал сначала закуску, которая называлась майонез из дичи. Что она из себя представляла? На красивом блюде подавались шикарные ингредиенты. Среди них были жареные рябчики, раковые шейки, говяжий язык, каперсы, соленые огурчики. И все это украшалось майонезом «Провансаль». И как нужно было это есть? По отдельности взять ингредиент и обмакнуть его в соус. Как делали гости, все смешали, съели, им понравилось. Да, Люсьен Оливье был немного раздосадован, но все-таки смирился с этой русской подачей. Ну и, как понимаете, до нашего времени салат Оливье дошел немножко в усеченном варианте, но он также любим. Гуляя по улице Неглинной, конечно же, нельзя обойти вниманием историю речки, которая дала название этой улице. Вообще, река Неглинная начинается у нас в районе Мариной рощи, то есть течет она с севера и протекает через весь исторический центр Москвы. Протекает под Большим театром, вдоль Кремлевских стен и впадает в Москву-реку. Ее длина составляет около 7,5 километров, а в давние времена она могла разливаться вширь до 1,5 километров. И вообще воды Неглинки считались очень чистыми, там разводили рыбу, запрещали купать коней. Но, понятно, времена меняются, и глобальные изменения города после пожара 1812 года не обошли и реку Неглинную. Ее взяли в коллектор, и она поныне там. Но она давала о себе знать еще в советские времена. Дело в том, что, когда были обильные осадки, река выходила из берегов и заливала всю эту улицу. До 1966 года, когда был построен дополнительный коллектор. И у вас есть возможность увидеть эту древнюю речку, которая течет под землей. Первый вариант – обратиться к диггерам, они проводят полноценные экскурсии под землей. А второй вариант – когда вы прогуливаетесь по Большому каменному мосту, внимательно посмотрите на Кремлевскую набережную и как раз увидите место впадания Неглинной в Москва-реку. Не секрет, что на берегах рек строились различные предприятия, в частности, бани. И Неглинка не исключение. Именно на ее берегу вырастают самые знаменитые московские бани – сандуны.
Сандуны – это европеец с русской душой. Так я люблю про них говорить. Но обо всем по порядку. Своим появлением сандуны обязаны не московским кумцам, не бизнесменам, а актерам. Лизе Урановой и Силе Сандунову. Вообще, Сила Сандунов – это актер Московского театра, который приехал выступать и работать в Императорском театре в Петербурге. И там он влюбляется в местную знаменитость, звезду Лизу Уранову. Но не все так просто. Свадьбе не суждено было состояться, к сожалению, потому что мешал главный ухажер Лизы Урановой – это вице-канцлер Екатерины II граф Безбородко. И Лиза Уранова в расстроенных чувствах решила действовать кардинально. Она обратилась к императрице, к Екатерине II, и нажаловалась на ее вице-канцлера. Екатерина Алексеевна все уладила, свадьба состоялась, императрица подарила шикарные подарки и заставила извиниться вице-канцлера. Он преподнес шикарные бриллианты новоиспеченным молодоженам. Лиза Уранова и Сила Сандунов уезжают из Петербурга в Москву и думают, что же сделать с этими драгоценностями. И Сила Сандунов, проведя некий анализ этой территории, решил, что на берегу Неглиной он построит бани. Но не просто бани, а первые каменные в Москве. Потому что до этого здесь были бани, но обычно деревянные, куда народ приходил просто мыться. Но каменных бань с шикарной отделкой, да еще с серебряными шайками, еще пока нигде не было. К сожалению, супружеская чета не оставила наследников, и сандуны переходили от одного хозяина к другому, устаревали, ветшали и были никому не интересны, пока не оказывается в руках супружеской четы бизнес-леди Веры Фирсановой и ее мужа, отставного военного Алексея Ганецкого. Именно с них начинается новая история сандуновских бань. Нашу супружескую черту приглашают на открытие новых бань в Москве, Хлудовских. И там наши герои видят первый плавательный бассейн в Москве, богатую отделку, норвежский мрамор, цирюльников, массажистов. В общем, все то, чего не было в сандуновских банях. И Алексей Ганецкий просит денег у жены, чтобы поехать в Европу и изучить банный опыт. Он уезжает туда, и когда возвращается в столицу, архитекторы Борис Фрайденберг и Иван Калугин возводят банный дворец наподобие будапештских бань. Вот эти прекрасные изящные купола, обилие лепнины. Все говорит, конечно же, о богатстве уже не просто бань, а целого банного комплекса. Но особое внимание я хочу обратить на главную арку этого здания. Вы видите, как из морской пучины появляются всадники Нептуна. Обратите внимание на коней. Вместо копыт у них перепонки. Но и всадники тоже необычные. Тут нету в руках у них предметов какой-то водной тематики. Они держат музыкальные инструменты. И версия уже наших историков говорит о том, что архитекторы сделали реверанс в прошлое как раз-таки создателям бренда сандуновских бань. А это актеры Лиза Уранова и Сила Сандунов. Но то, что находится за моей спиной, это прекраснейший доходный дом сандуновских бань, или Веры Фирсановой, как его еще называют. Но настоящие бани до сих пор сохранились и работают, и мы сейчас туда зайдем. Ну а сейчас, друзья, мы с вами находимся непосредственно в банях. Вообще в сандунах есть женские разряды, есть мужские разряды. И сегодня мы с вами изучим интерьеры исторического высшего мужского разряда. Кстати, на заметочку, сюда женщины могут попасть, но только в рамках экскурсии или женского банного дня, который, к сожалению, проходит всего лишь один раз в году. Ну а сегодня у нас есть уникальная возможность, и я вам все расскажу и покажу. И сразу нас встречает нарядный холл банного дворца. Здесь сохранилась оригинальная мраморная лестница, кованые перилы. На стенах, на потолке мы видим причудливые узоры. Но где же вы еще встретите предбанник в стиле рококо, как не в сандуновских банях?
Архитектор Борис Фрайденберг не зря выбрал этот стиль, потому что рококо в переводе с французского означает «ракушка». И мы видим прекрасные изящные золотые раковины и видим их не только на стенах по обе стороны, но и на главной люстре. И из светлого зала мы попадаем в зал темный, цвета горького шоколада, интерьеры которого выполнены в стиле неоготики. И сразу же наше внимание привлекает прекрасный деревянный потолок. Здесь мы видим ажурные деревянные перекрытия, которые сохранились с 19 века. И эти изящные ажурные арки плавно перетекают в интерьер. И уже готические узоры, мы видим украшения индивидуальных кабинетов, готические стрельчатые окна с зеркалами. Кому-то это напоминает вокзал, кому-то готический католический храм. Здесь люди у нас раздеваются и готовятся к банным процедурам. Ну, а чтобы все прошло благополучно, в этом зале находится икона Николая Чудотворца, потому что он является покровителем тех, кто находится на водах, а гости со дном таковыми являются. С темного готического европейского зала мы попадаем в зал восточный. Нас окружает обилие золота, чудливые узоры, приглушенный свет. И все это создано для отдыха гостей. Но есть здесь очень интересная деталь. Это позорный стол. Дело в том, что в прошлом, если ловили воришек с поличным, то их привязывали к этому столбу, и гости могли с ними поквитаться, как им вздумается. Друзья, ну а мы с вами находимся наконец-то в мыльном зале. Здесь нас окружает обилие скамеек, тазиков, ну, в общем, классический набор любой бани. Но особое внимание я хочу обратить на историческую плитку 19 века, рядом с которой до сих пор стоят чугунные умывальники конца того же века, которые работают до сих пор. Сандуны всегда принимали именитых гостей, среди которых был и Владимир Владимирович Маяковский. Человеком он был брезгливым, поэтому во время пребывания в Сандунах он просил банщика, чтобы на его скамейку никто не садился и никто здесь не мылся. Ну а когда поэт от нас трагически ушел, банщик в память о нем сделал надпись «Человек, шагающий в ногу со временем», и эта скамейка до сих пор стоит в этом зале. И из мыльного зала разгоряченные гости попадали в прохладные воды бассейна. Когда-то он был самым большим крытым бассейном Российской империи. И я прошу обратить внимание на этот прекрасный витражный потолок, сквозь который проходили солнечные лучи. Они отражались от фарфоровой плитки, которой был облицован пол и стены бассейна. И это создавало игру бликов на воде. Ну а сейчас витражный потолок спрятан под куполом, который сохраняет его историческую ценность. По периметру бассейна окружают исторические колонны и античные скульптуры. Но когда-то на месте центральной фигуры находился царь и повелитель водной стихии Нептун с трезубцем и короной на голове. Но все мы понимаем, что после 1917 года ни о каком царе речь не могла идти, поэтому скульптуру демонтировали. Ну а после купания гости возвращались в парилку, на банные процедуры, в комнаты отдыха. Ну а мы с вами возвращаемся на улицу Неглинную и продолжаем нашу экскурсию. К сожалению, Алексей Ганецкий с Сандуновской бани проиграл в карты, жене не сказал. Жена узнала, разозлилась, развелась с ним и после этого окончательно ударилась в бизнес. И в 1906 году вырастает шикарный пассаж, который назывался Фирсановским. Ну а мы его знаем как Петровский. Пассаж состоит из двух линий со светлыми перекрытиями. Ну, эти стеклянные крыши вы видели не только здесь, но и в том же ГУМе. То есть вот эти стеклянные крыши – это была мода того времени. Под своей крышей Петровский пассаж собрал более 50 дореволюционных брендов, среди которых, конечно же, были поставщики императорского двора. Но когда приходит советское время, сюда заезжают ателье по пошиву формы для Красной армии, сюда заезжает бюро «Дирижабльстрой», которое проектирует дирижабли, и профиль пассаж свой меняет, и название. Он был Фирсановским, а становится Петровским.
И в дальнейшем его делают отделением ЦУМа, и здесь готовят кадры, которые в дальнейшем будут работать в Центральном универсальном магазине. Сегодня Петровский пассаж – это также торговый центр, который радует своей красотой, своей светлостью покупателей, как когда-то в свои самые лучшие дореволюционные годы. Еще одно украшение улицы Неглинной – это здание Центробанка России. Это что ни на есть банковское здание. Сначала тут была Московская контора Государственного банка Российской империи, потом Госбанк СССР, и сегодня это здание Центрального банка Российской Федерации. Раньше на этой территории были обширные сады при усадьбе графа Воронцова. Они красивыми террасами, с фонтанами, скульптурами спускались к берегу Неглинной. Но со временем этот участок выкупает Московский университет, сюда заезжает медицинский факультет, и вместо садов у нас появляется аптекарский огород. Ну и уже к концу 19 века по проекту Константина Быковского здесь разворачивается громадное строительство здания Московской конторы Госбанка. Как вы могли заметить, главное здание стоит чуть-чуть в глубине от красной линии улицы. И вход в парадный двор и тротуар разделяет вот такая красивая чугунная ограда. Она находится здесь с тех пор, как построили это прекрасное здание с 1894 года. Конечно же, мы не можем обойти вниманием этот прекрасный, богато украшенный центральный фасад. Мы видим 6 аллегорических скульптур, которые олицетворяют промышленность, земледелие и торговлю. Это даже скульптуры, можно сказать, ангелочки. Мы видим их крылышки, у кого-то в руках рог изобилия, у кого-то жезл кадуцея, у кого-то сноп пшеницы. И между ними мы видим еще одно личико. Это как раз древнеримский бог. Его зовут Меркурий. Так как он покровитель торговли, его можно увидеть много где на похожих учреждениях. Не так давно в этом здании открылся музей, где вы можете познакомиться с древними монетами, со старыми банкнотами и с другими предметами денежного обращения. И попасть сюда может каждый. Главное – заранее записаться. Ну, а я, друзья, завершаю нашу прогулку. Мы сегодня с вами прогулялись по невидимой реке Неглинки, ознакомились с ее достопримечательностями. Вы теперь знаете, как и где родился салат оливье. Вы знаете, что такое сандуновские бани. Вы посмотрели красоту Петровского пассажа. И теперь вы знаете, как попасть в здание Центробанка России. А я, друзья, желаю вам изучать и открывать нашу столицу по-новому, просто гуляя, потому что Москва – это древний, яркий и уникальный город.